Привет, друзья, с вами я, Кикс. Мы будем всем вкусняшек мороженок. И сегодня новые приключения аниматроников. Сегодня за главу у меня кошмарный Фредбер и крутые помощники той Бонни. Фредди Кошмар и спрятался Фредбер Кошмар. Привет. Итак, ребята, что-то Бонни нас тут всех собрал. 12 часов ночи, непонятно. Я, конечно, извиняюсь, что его всех побудил. Но тут такое дело. Ну, рассказывай. Кстати, ребята, если вам нравятся мои аниматроники, если ты любишь FNAF и GTA 5, за 3 секундочки поставь лайк, поддержи моих аниматроников. 1, 2, 3. Поставил? Если поставил, то ты красавчик. Ну, давай, Бонни, что случилось? Короче, я договорился 2 часа назад встретиться с кошмарной Чикой той. Надо было поговорить. А мне было так лень, я отправил своего клона навстречу. Ну, и чё? А мы-то тут при чём? Бонни, а мы тут при чём? Ну, а вот такое дело, а его клона уже нет моего. 4 часа. Понятно. Переживаешь? Переживаю, я за них переживаю, да. Ну ладно, и где они должны были встретиться? Они, блин, не сообразил в таком ужасном районе, короче. Там дальше, возле 302 дома за углом. Знаю я этот дом, ладно, погнали. Понимаете, Фредбер, а я потом подумал, надо было самому идти. А потом я притормозил, это такой тормоз. Да, Бонни, что да, то да. Насчет тормоза ты прав. Здесь? Да, вот там вот за углом. Они должны были встретиться, а я не пошел. Вот я тормознутый. Да, ну ты тормоз, реально, ты тормоз. Бонни, ты тормоз. Ладно, хорошо, посмотрим, где они там, чё они тут. Да, я знаю, это ужасный район, Бонни, тут вообще встречаться нельзя. Лё. Что это, Фредбер? А вот и твой клон. Офигеть, моего клончика задубасили. Задубасили твой клон, Бонни? Ага, он уже все, тю-тю. А Чика где? А Чика где? Бедный мой клончик. Ладно, успокойся, сейчас что-то придумаем. Так, здесь всегда я знаю, воруют аниматроников. Я тоже знаю, меня когда-то здесь украли. Ладно, всякие злодеи всегда лазят по крышам. Ребят, погнали на крышу. Хорошая идея, Фредбер! Молодец, Фредбер! Давайте, ребят, за мной аккуратненько, сейчас всех найдем! Найдем сейчас Чику! Офигеть, Фредбер! Ребята, кошмары! Я вас просто обожаю! Вы такие бесстрашные! Конечно, но мы же кошмары! Мы должны всех пугать! Все должны нас бояться! Лезьте, ребята! Да, я залез! Так, давайте, давайте, ребят, все сюда. Сейчас найдем, что тут и как. Вроде нет никого. Да, слышите, ребят? Да, кто-то блямкает. Кто-то блямкает, да. Интересно, кто тут блямкает? Вы только посмотрите, ребята. Они лавовую Чику хавают. А кто это? А кто это? Сейчас посмотрим поближе. Это же творение бабки Гренни. Аниматросы! Это же Соники сиреноголовые. Да, это мы. Хе-хе-хе. Мы ее доедим и сидим вас. Офигеть! А я таких даже не видел! И не увидишь больше, Бонни! Хватит! Хватит, я сказал! Вот тебе! Ах ты противный саняра! Вот тебе, сиреноголовый! Получи! Вот тебе, гадкий саняра! Получи, лузер! Получи, получи! Будете знать, как есть аниматроников. Ребят, дайте хряпнуть. Я хочу хряпнуть разочек этих монстрилов. Получи.
Молодец! Фредди Кошмар красавчик! И Фредбер Кошмар! Ой, я красавчик! А я! Да ты тоже нормальный, Банни! Так, смотрите! Они Чеку сожрали! Да, смотрите, откусили ей полголовы! Ладно, ребята, значит, остальные должны быть где-то здесь! Офигеть, а где? Сейчас найдем! Ты только не бздюкай раньше времени, Бонни! Давайте здесь все обыщем и найдем Чику! Давайте! А я только за! Давайте! Обыщем и найдем! Ага, давайте! Ладно, ребята! Так, смотрите, я что-то вижу там! А что там? А вон и монстры! Вон они стоят! Чё они там стоят? Сейчас посмотрим, чё они там стоят! Так, а чё там, чё там? А вот и Чика! Я говорил, вот и Чика! Ля, они её поймали! А вот и эти Соники сиреноголовые! Так это они! Это всё они! Офигеть! Как ты их всех нашёл? Молодец, Фредбер! За мной, ребята, за мной! Сейчас мы выясним, зачем они ее украли. Эк. А ну! Быстро говори! Быстро говори! Где волшебное яйцо Гредора? Нас послали! Быстро говори! Я не знаю! Откуда мне знать? Это Банино яйцо! Вы что, странные? А мы знаем, ты с ним встречалась, ты забрала это яичко. Да ничего не брала, нужно мне это яичко. Ребят, сюда давайте, я кое-что узнал. А, хорошо, хорошо, Фредбер. Они похитили Чику, потому что думают, что у нее твое яйцо. Не, мое яичко при мне, ты что? Да, они хотят получить, которое яйцо ты украл у колдуна Гредора. Офигеть! Гадкие ворюги! Ладно, ребята, пойдемте с ними поговорим. Ну чё? Кто тут? Кто это? Аниматросы! Получи! Гадкий саняра! Ребят, гасите его! Вот тебе! Получи! Получи! Офигеть, ребята! Соники сиреноголовые украли кошмарную той Чику! Думали, что у нее яйцо! Они думали, что у нее и мое яйцо, а мое яичко при мне! Ха-ха! Бонни, ты что, яйца попрятал? Конечно! Я яйца спрятал! Их... О! Никто не найдет! Получи! Мальчики, спасите меня! Сейчас, Чик, держи, держи! Чикуля! Офигеть! Смотрите, ребята, сиреноголовый саняра! Мальчики! Сейчас, Чика, ну подожди! Чика, ну подожди, ты чё? Спасибо вам, мальчики! Чика, не за что! Да не за что, Чика! Ну чё, ребят, всё, справились! Моего клончика надо оживить! Да сейчас оживим твоего клончика! Ребят, если вам понравилась эта серия, как кошмарные аниматроники спасали Чику от сиреноголовых соников, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите крутой комментарий. А с вами был я, Кикс, мы любили всем, 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 пока. Давай.